А мы отправляемся в город Тихвин. Наша съемочная группа познакомилась с одним из послушников Антониева Дымского монастыря. Бывший спортсмен, он совмещает службу и тренировки баскетбольного клуба, который сам же и основал. Как у него это получается, выяснила наш корреспондент Анна Кружалова. Вначале организовали секцию в 93-м году и брали в эту секцию мальчишек, тех, которые совершали преступления, которые не были заняты ничем. Поэтому мы пытались отвлечь их с улицы, развлечь в них интерес к спорту и через этот спорт уже, когда у ребенка есть интерес, через интерес влиять на воспитание детей. В 90-е Алексей Бурянин работал инспектором по делам несовершеннолетних и по совместительству учителем физкультуры в одной из тихвинских общеобразовательных школ. После экскурсии на гору Афон он понял, что свяжет свою жизнь с религией и начал служить в православной церкви. А 10 лет назад стал послушником Антониева Дымского монастыря. И вот один из старцев на Афоне, монастырь Каракал, он и благословил меня, чтобы я шел, учился и сам окормлял этих мальчишек. Яко стрелы твоя унзоша во мне и утвердил, еси на мне руку твою, неси исцеление в плоти моей от лица гнева твоего. Раз, два, три, поворот. Нет, ноги поворачивай, а плечи на меня. Раз, два, на меня смотрим. Раз, два, Макар, на меня, вот боком встал. Все это время спорт оставался частью жизни Алексея Бурянина. В 1997 году он основал баскетбольный клуб «Ястреб», через который прошло уже более 1000 детей. Сейчас Алексей в основном консультирует, а в роли главного тренера выступает его дочь Светлана. У меня не было карьеры баскетболиста, у меня нет каких-то высоких успехов, достижений, да, скажем так, кроме каких-то школьных, университетских там игр. Вот. А у него, например, наоборот, турниры, первенство России, все. И вот он приходит, например, показывает пару упражнений, и они все делают, что, чего я, ну, как бы я от него хотела добиться. 30 юношей и девушек из Тихвина, в том числе трудных подростков, тренируются в команде и развиваются духовно. Свободного времени у Алексея немного, но он успевает пообщаться с детьми и вне тренировок. Приходим на молебен в воскресенье в 2 часа дня. Стоим молебен, потом идем, пьем чай, составляем диалог, беседуем друг с другом, потом идем домой. Одна из особенностей клуба «Ястреб» – его открытость. Сюда принимают даже детей, которых по состоянию здоровья не берут в другие баскетбольные секции. Был у нас такой случай, когда мальчишка Вася Кирюшин пришел, он получал мяч, поворачивался и падал. То есть координация была такая на нуле, а мальчишки его не хотели брать в команду. Он сидел больше на скамейке, сидел. Но вот его упорство, которое вот он сформировал себе на начальном этапе, он работал, работал. И уже через 6 лет занятий, когда в 11 классе поехали на соревнования, он был на первенстве области одним из лучших. Своего зала у клуба нет. Тренируются баскетболисты в двух общеобразовательных школах Тихвина. Несмотря на сложное материальное положение, «Ястреб» – один из сильнейших клубов Ленинградской области. Например, команда 2001 года рождения уже трехкратные чемпионы 47-го региона. Кроме того, клуб участвует и в межрегиональных соревнованиях. Мы ездили 3 года в Анапу на первенство России. Много раз ездили на первенство области по баскетболу. По 2001 году всегда занимали первое место. Ускорение, ускорение, Гриша, на перегон. По хлопку получаем. Взрослые мужчины, бывшие латвийские ученики, в свободное время приходят и вместо стакана берут мяч, идут играть. И заводят других мальчишек, играют с ним на сарте. То понимаешь, что те годы, потраченные на них, это были годы не зря.